Вот такие наборы первоклассников совсем скоро получат дети из Латугинского района ЛНР, над которым взяла шефство Ульяновская область. Принести гуманитарную помощь можно по адресу Льва Толстого, 58, в Дом прав человека. Активисты ТОС «Опытное поле» с радостью участвуют в сборе вещей и продуктов для жителей Луганской области. Пенсионеры и молодежь, ни минуты не сомневаясь, несут в пункт сбора все, чем могут поделиться. Зная, в каких сложных условиях сейчас приходится жить детям и старикам на Луганщине, никто не остается в стороне. Мы не можем остаться равнодушными, когда там люди страдают в такой тяжелой ситуации, как бы вот собрали небольшую такую гуманитарную помощь, это тут и мыло, и чай, сахар, подушки, ну, все, что могли собрать. Жители помогали. В сборе вещей принимают участие жители ТОС Луговой и Железнодорожного района. За два дня с начала акции им удалось собрать и передать в пункт приема подушки, одеяло и средства гигиены. Наш лозунг «Своих не бросаем». Мы являемся участниками и всех митингов, которые у нас проходят на площади. Ну, там же наши люди. Мы должны быть вместе. К акции присоединились активисты Ульяновского филиала Организации ветерана боевых действий России. За плечами каждого из них участие в военных кампаниях разных лет. Военные в запасе подключаются к сбору гуманитарной помощи, а если потребуется, готовы сами встать на защиту Родины. Я ручаюсь за всех своих вот как бы боевых товарищей, что если вдруг попросят, значит, наше руководство страны, главнокомандующий, мы все станем в ружье. Никто из моих боевых товарищей не струсит. Все пойдем, как военнообязанные, как военнослужащие. Роман Белоусов – участник боевых действий в Южной Осетии в 2008 году. Ветеран ВДВ знает, как важна поддержка и помощь тем, кто находится вблизи линии огня. Вместе со служивцами он своими руками собрал портфели с канцтоварами для детей Луганска. Местному населению там нужна поддержка братского народа. Очень нужна. К акции подключились ульяновские волонтеры Победы. Сегодня организация готова принять в свои ряды новых участников, неравнодушных к ситуации в стране и мире. Для нас, как для волонтеров, это, наверное, отдельная миссия, как и для военнослужащих, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине. Мы с волонтерскими организациями, со всеми волонтерскими организациями принимали участие вот в феврале, с февраля по апрель. И сейчас, 25 июля, наш пункт гуманитарной помощи открыл вновь свои двери, чтобы оказать поддержку, помощь. Ульяновцев приглашают принять активное участие в сборе вещей и продуктов для жителей Луганской области. Сейчас больше требуются продукты питания с длительным сроком годности, средства личной гигиены, а также постельное белье, посуда, головные уборы, детские книги и канцелярские принадлежности. Гуманитарную помощь ждут на Льва Толстого, 58, с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 17 часов. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.